Международный день соседей отметили сегодня жители Казбиска по улице Кавказская, 18. С раннего утра на площадке двора установили шатер и накрыли столы различными угощениями. Также были приглашены творческие коллективы и задорные аниматоры, которые, в свою очередь, подняли настроение деткам яркими выступлениями и интересными конкурсами. Так, и у кого-то здесь еще оставалось? Идем, давай. Вот теперь вы вдвоем танцуйте, а все остальные повторяем за ними. Договорились? Поехали! Словно в ледяной воде. Танцуйте! Что организаторами данного торжества является партия «Единая Россия» совместно с депутатским корпусом во главе с председателем собрания депутатов Касписка Абдулвахидом Джаватовым и администрацией города при финансовой поддержке строительной компании «Ситистройхолдинг». Кроме того, приглашенными гостями мероприятия стали главный государственный жилищный инспектор Республики Дагестан Сергей Касьянов, региональный координатор проекта «Единая Россия» Республики Дагестан, житель МКД Хиби Алиев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Магомед Магомедов, заместитель главы Касписка Казбек Демиров, руководитель благотворительного фонда «Инсан» Ансар Курбанов и многие другие. Они, в свою очередь, поддержали инициативу проведения таких мероприятий. Это праздник, который объединяет наших людей, соседей. Мы в пору своей занятости, мы не всегда замечаем своих соседей, мы мало общаемся, мы отрываемся друг от друга. Поэтому такие праздники, они призваны объединять людей, объединять соседей, чтобы знали, уважали соседей, чтобы отмечали какие-то праздники во дворах. Тут великолепная площадка есть, беседка есть, игровые площадки есть для детей. Такие мероприятия нужны для нашего города, чтобы объединить соседей, чтобы добрососедские отношения, чтобы поддерживать, праздничную атмосферу создавать. Ведь жизнь, она протекает быстро, и таких моментов в жизни у нас очень не хватает, очень мало. Мы больше времени начали уделять социальным сетям. Как бы плачевно это ни звучало, к сожалению, и меньше внимания не уделяем добрососедским отношениям. У нас всегда добрососедство считалось на таком высоком уровне, всегда помогали соседи друг другу. Нельзя же говорят, что сосед лучше, чем дальний родственник. Поэтому в Касписке мы во всех городах республики ежегодно это проводим. Мы по разных адресах на Кавказской в другом дворе проводили, потом на Ильяшенко проводили. Соседские отношения издавна считались самыми крепкими, но в пору современного мира мы все чаще забываем о тех, кто делит с нами дворовую площадку. Поэтому проведение такого прекрасного и атмосферного дня идет только на пользу нашим горожанам. Вообще такие мероприятия нас объединяют, соседи, мы знакомимся, общаемся. Нам, нашим детям интересно, весело, как бы. Хотелось бы, чтобы чаще мы так собирались бы все вместе. Но это как бы такие мероприятия, опять же, повторюсь, нас объединяет, мы становимся дружнее, мы знакомимся. Каждый день кто-то новый приезжает, заселяется. А также на мероприятии региональный координатор житель МКД Хиби Алиев отметил, что для соседей очень важно единство во всем – в работе, в дружбе, в радости и в горе. Если вы будете руку об руку держать и смотреть за всем прилегающей территорией вашего многоквартирного дома, я глубоко уверен, этот порядок у вас не только сохранится, но и удвоится. Но стоит подчеркнуть, что веселились сегодня не только дети, но и их родители. Аниматоры подготовили для них праздничную программу с различными конкурсами, в которых они могли не только поучаствовать, но и получить ценные призы, грамоты и медали от организаторов мероприятия. Я бы хотел пожелать, чтобы вот все вопросы, все проблемы, которые у вас возникают, вы могли точно так же собраться, сесть за стол, за кружкой чая, обсудить, предложить это управляющей компании, либо застройщику. На крайний случай обратиться к жилищному инспектору, который вам всегда поможет вместе с застройщиком, вместе с управляющей компанией. Отметим, что мероприятие проходило во дворе дома весь день.